Касым-Жомарт Токаев предложил конкретные проекты в области образования, науки и культуры. Мнение на этот счет высказал государственный советник Ерлан Карин. Он считает, что все инициативы президента являются целенаправленной программой развития идеологической жизни общества. Главы государства предложены конкретные проекты в области образования, науки, культуры, которые в совокупности являются целенаправленной программой развития идеологической жизни общества. Более того, инициативы по формированию нового качества нации рассчитаны на продолжительный период реализации. Таким образом, президент задал долгосрочную повестку развития страны.